Добрым утром, дорогие друзья. Напоминаю, что вы находитесь на Первом развлекательном. И сегодня нам очень хотелось бы окунуться в мир красоты, успеха и совершенства. Лучше всего это сделать на примере, на красивом примере. Итак, у нас сегодня в гостях... Красивый пример, успешная и красивая женщина. Национальный лидер компании Mary Kay Алена Мартынюк. Доброе утро, Алена. Доброе утро. Рады вас видеть. Алена, расскажите, пожалуйста, с чего началась ваша карьера, да, то есть создание, как бы скажем так, собственного успешного бизнеса? Вы знаете, на самом деле, когда я говорю о том, что я такая же обыкновенная женщина, как и все остальные, то многие не верят, потому что я также боялась когда-то начать свой бизнес, я также боюсь отказов до сих пор, иногда возражений. Вот, поэтому моя карьера в компании Mary Kay началась так, как и у любой другой женщины, с класса по красоте. Где я увидела любимую продукцию, где я поняла, что я... Любимая она стала сразу, да? Да, она сразу. Ну, вы знаете, интуитивно, наверное, меня привела в компанию Mary Kay Вера, потому что я вспомнила лица моих знакомых, которые пользовались этой уже удивительной продукцией, и я видела результат на лицо, то есть как они изменились. Поэтому, когда попробовала, я поняла, что это на всю жизнь. Да. О чем вы мечтали в детстве и сбылись ли ваши мечты? Да, мои детские мечты практически все сбылись. Ну, о чем мечтает девушка? Это о красивых длинных платьях, да, о красивых... Ну, это вот у Анны, да, спасибо. Да, да. У него самой уже такие девушки, которые об этом мечтают. Да. Об элегантном костюме, о счастливой семье, о детках. Все это у меня сбылось. Конечно же, о своем красивом каком-то бизнесе. И на сегодня это все мои мечты, они все воплощены в жизнь. Абсолютно. Ну, более детально к мечтам, я уверена, мы еще вернемся, вернее, к тем мечтам, которые исполнились. А сейчас хотелось бы задать вам вопрос такого характера. У вас, наверное, был какой-то план или какая-то стратегия, по которой вы шли, да, и пришли к тому, чему вы пришли сегодня, на сегодняшний день. Нет? Вы знаете, на самом деле я научилась в компании Mary Kay работать со стратегией. И самое важное, наверное, это то, что делать, планировать свой следующий день и следующую неделю накануне. То есть 6 важных дел, которые я до сих пор, уже 18 лет будучи в компании Mary Kay, записываю каждый вечер. И начинаю я свой рабочий день с 5 самых важных дел. Это по бизнесу и одно обязательно то, что касается лично меня как женщины. На ваш взгляд, что конкретно дает компания Mary Kay женщине в отличие от других компаний? Да, давайте мы проведем какую-то вот такую сравнительную параллель. Ну, самое важное, это то, что, конечно, компания Mary Kay отличается от других, даже сетевых компаний, тем, что есть определенная философия. Относись к людям так, как ты хотел, чтобы относились к тебе. Это библейская мудрость компании. И приоритеты. Вера, семья, карьера. Это то, что отличает. Ну, а то, что дает, это возможность работать тогда, когда хочешь. Неограниченный заработок. Плюс... возможность рожать детей, воспитывать детей для женщины, да. Самое важное – возможность быть всегда красивой, в хорошем настроении и работать тогда, когда работает супруг, например, а все остальное время посвящать семье, потому что на первом месте у нас Вера, еще раз хочу напомнить, на втором месте семья и лишь только потом карьера. Ну и, конечно же, подарки. Отличает нашу компанию то, что компания очень щедра и дарит потрясающие подарки успешным женщинам, например, такие, как розово-жемчужные мерседесы, да, бриллианты, путешествия. То есть это все правда, это не это мифы, все да? Это все правда, абсолютно все правда. Розовые мерседесы и бриллианты. Наслышаны. Хорошо, хотелось бы вот поближе к самому началу. Да? Почему, как вам кажется, стоит обращаться к консультанту по красоте, да, а не пойти за косметикой, если женщина хочет обновить, скажем так, свой косметический гардероб, да? Почему следует обращаться к консультанту, а не пойти в магазин и не купить? Ну, вы знаете, на самом деле все не будут покупать у консультантов по красоте, это же понятно, да? То есть мы уважаем выбор любого клиента, но в первую очередь, почему на сегодня модно иметь личного консультанта по красоте, так же, как мы привыкаем к одному там стилисту, дизайнеру, парикмахеру, врачу, например, да? Консультант по красоте
красоте не просто вам подберет индивидуально только для вас систему по уходу за кожей лица, например, ваш аромат, который подойдет только вам, но он вам еще и поможет все это примерить, то есть все кремы, всю декоративную косметику вы сможете бесплатно попробовать на косметическом классе по красоте, и только потом, если вам что-то понравится, вы сможете это приобрести. То есть мы не покупаем женщины кота в мешке, так сказать. Ну, компания Mary Kay, как известно, потому она и лидер, что она постоянно следит за трендами, да, в области косметологии. Подскажите, пожалуйста, нам и нашим телезрительницам, что модно в весенне-летнем сезоне 2016? Какие новинки есть в вашей компании? Ну, вот как раз вот все новинки у вас представлены, вот, да, я, на этом потрясающем, да. На вашем консультантом. Так, помните, это невероятный, сногсшибательный новый аромат «Арбит». Это, знаете, как в переводе «взмах дирижерской палочки». Это вот самый высокий аккорд. И этот аромат содержит масло удового дерева, дерево богов. Да, которое безумно дорогое. Килограмм этого масла стоит порядка 18 тысяч евро. И представьте себе, что этот аромат волнует не... Вы прикасаетесь к регулирующейся сейчас, Сергей. Этот аромат волнует абсолютно всех. Нет мужчин. Слышу аромат легенды. Нет, запах действительно нет потрясающий. Нет мужчины, которому бы не понравился этот аромат. Нет женщины, которая бы не вскружил голову. Он раскрывается в течение 12 часов. То есть вы сможете оценить его в течение 12 часов. Самое интересное, что, не знаю, слышишь ли ты, но такое ощущение, что он вот безвозрастной. Да, абсолютно. Абсолютно без возраста. Это однозначно женский аромат. Это как раз то, что нужно женщине. Быть всегда без возраста. Оставаться всегда девочкой, да, и в то же время... Я и слышу. И вижу, что сейчас на экране наш режиссер показывает фотографии также новинок этого сезона. Расскажите о них. Вот Give Flowers. Что это такое? Это значит, вот обратите внимание на эту весеннюю коллекцию «Цветущий сад», которая была выполнена вместе с бразильским модным дизайнером Патрицио Банальди. Это выполнено в таких пастельных оттенках. Розовый кварц, нежный голубой. Палитра теней, которая подойдет, опять же, любой девушке и взрослой женщине. Это лаки для ногтей. И, конечно же, педикюрный набор, который поможет ухаживать за нашими ножками. И масло, мыло с маслом ши. Ши? Ши, да. Это что такое? Это увлажняющее. Это очень, что? Подождите, я не знаю, что такое масло. Это очень дорогой увлажняющий компонент, который используется именно в этом мыле. Это у нас впервые появилась такая в продаже новинка, которую я рекомендую обязательно попробовать всем женщинам и мужчинам в том числе. А дети просто бегут мыть руки, потому что приятный очень аромат и в то же время очень увлажненная кожа. У нас здесь представлена еще и тушь, я так понимаю, коллекция теней, да? Да. И есть видео. Расскажите об этом. Вот мы про как тени, раз сейчас запустим. Вот покажем. Про тени я вам уже говорила, да, и как раз использовала сегодня в своем макияже также эту коллекцию. Ну и тушь это также тушь у меня, сейчас, да, сейчас вот обратите внимание на экране, это потрясающая новая ультрамодная дабл тушь, которая не только удлиняет за счет специальной щеточки и специальных ингредиентов, которые есть в составе, но и делает объем, то есть удлинение и объем. Ну она и взмах ресницами. Да. Очень красиво, на самом деле. Взмах ресничками. Сам дизайн уже говорит о том, что она очень комфортна, да, когда берешь ее в руки и хочется ее попробовать. То есть, если я правильно понимаю, если верить ролику, то девушка, которая воспользуется этой тушью от Mary Kay, она будет наступать на кишиневский асфальт, и именно такие волны будут. Да. На сегодня, когда вы будете видеть огромное количество девушек с красивыми ресницами, сразу же знайте, что они пользуются нашей ультрамодной новой тушью. Это очень здорово. Какие еще аксессуары? Мы видим сумку такого бирюзового красивого цвета. Да, это сумка, которую смогут
получить все консультанты по красоте при выполнении определенных условий в подарок. Это вот моя такая новая, потрясающая, красивая сумка. А, то есть это ваш подарок, да, от компании, мой, да? Да, ага. Это мой подарок. Мне подарила компания такой аксессуар, который необходим абсолютно каждой женщине. Ну, и много сумок же не бывает, правда? Нет, стоп, как так же? Тени должны быть в сумке любой женщины, девушки? Да, вы знаете, должны быть. И да, это вот как раз палитра, которая очень удобна. Она ложится в любую, да, в любую, даже самую маленькую, элегантную сумочку, клатч. И в дамской комнате женщина может где-то подправить что-то. Вот. И используются такие пастельные оттенки. Особенно обратите внимание на блески, которые есть в этой палитре. На сегодня очень важны красивые, сексуальные, увлажненные губы. Алена, хотелось бы задать вопрос. Вы потрясающе выглядите. Расскажите, пожалуйста, поделитесь вообще своим секретом. Топ-5 продуктов Mary Kay must have. Вот на ваш взгляд, так вы уже огромное количество лет, скажем так, в компании процветаете и преуспеваете. Поделитесь. Ну, начну я, конечно же, с нашей щетки глубокого очищения, которой, да, нужно обязательно умываться. Вот вы зубы чем чистите? Щеточкой? Mm-hmm. Да, и умывать нужно лицо тоже щеточкой. Не пальцем, а щеточкой. Потрясающее средство, которое я обязательно рекомендую вам попробовать. А второе, это вот как раз представлена здесь антивозрастная система TimeWise Repair в полном комплексе. Это очищение, это лифтинг-сыворотка, это крем под глазки и, да, ночной и дневной крем. Пять всего лишь, вы знаете, я так безумно люблю нашу продукцию, что я не смогу уложиться в 5 пунктов. Ну, я тогда остановлюсь, наверное, на наших 4 праймерах. На что наших это? Праймеры mm-hmm. это специальные средства, которые используются основа под основу, mm-hmm. под тушь, используются под тени и, конечно же, контур вокруг губ. И я остановлюсь на наших чудодейственных сыворотках, например, таких как витамин С, я ее просто обожаю, это черная корочка для моей кожи лица, mm-hmm. вот, и на нашей коллекции по уходу за телом абсолютно всей. Это лосьон направленное действие, это антиинсулинный лосьон, это увлажняющий гель для душа, это скрабы для тела, такая вкусняшка для тела. Абсолютно мужской вопрос. Говорят, что когда, считается тогда, что когда женщина преуспевает в бизнесе, то ей не совсем везет в личной жизни. Судя по фотографиям, которые уже демонстрируются на экранах, у вас диаметрально противоположная ситуация. Да, но я уверена, что это, конечно же, еще благодаря тому, что в компании есть такие приоритеты. И я замужем уже 23 года, безумно счастлива в этом браке. И вот в этом году будет 19 лет, как в компании Mary Kay. И я уверена, что я стала такой, вот вы знаете, все-таки мудрой, и только благодаря тому, что здесь есть приоритеты. Ведь компания Mary Kay – это не просто косметическая продукция. Mm-hmm. Компания Mary Kay – это уход за своей жизнью. Mm-hmm. И дома я остаюсь той же нежной, любящей супругой, мамой, а выходя за двери, я уже становлюсь бизнес-леди. Поэтому я рекомендую абсолютно всем женщинам соблюдать такие приоритеты, вне зависимости, где вы работаете. Оставайтесь дома любящей женой, ласковой мамой и заботливой дочкой. Ой, ну хотелось бы, чтобы напоследок вы поделились своими советами с нашими телезрительницами, которые хотят построить свой собственный бизнес. Наверное, я начну с того, что, во-первых, никогда не поздно. Никогда не поздно, чем бы вы ни хотели заниматься. Второе, наверное, никогда не сравните себя ни с кем, потому что вы самая лучшая, самая-самая необыкновенная сама у себя. И у вас обязательно все получится лучше, чем у других. Третье, я желаю всегда оставаться в позитиве. И понимать, что трудности будут в любом бизнесе, и просто нужно к ним относиться немножко, так сказать, с легкостью. Следующее, что я пожелаю, придерживаться главного правила в жизни, относись к людям так, как ты хотел, чтобы относились к тебе.
Следующее, наверное, я пожелаю ставить великие, амбициозные цели, потому что когда у тебя сарай в голове, замка не построишь. Mm-hmm. Очень амбициозные цели, затем выстроить план, свой бизнес-план и, конечно же, действовать. Вот это самое важное, потому что очень часто у женщины все заканчивается на мечтах, на выстроенном плане, но без действий. И еще самое важное, наверное, я бы посоветовала каждой женщине – это верить. Потому что вот мое самое сильное качество – это умение верить. Верьте, дорогие, верьте в себя, верьте в ваших близких, и у вас обязательно все получится. Вера творит чудеса. Ну что ж, огромное спасибо. У нас в гостях сегодня была Алена Мартынюк, национальный лидер компании Mary Kay. Да, успешная бизнес-леди. Спасибо вам огромное за это интервью. Ну а мы надеемся, что все-таки можно верить не просто прогнозу погоды, а верить в принципе нашей матушке природе, которая ежедневно преподносит нам все новые и новые погодные сюрпризы. Какая погода ожидается сегодня, Катя Васильева уже спешит рассказать эти данные.